Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем пресс-конференцию перед матчем Атлетико Мадрид-Локомотив Москва. Главный тренер Локомотива Марко Николич и старший вновь полузащитником Владислав Игнатьев. Мы готовились и приготовились, я уверен, в команду к этой игре. Это была трудная игра в Москве, но мы знаем сейчас, это 100%, мы знаем соперника еще лучше после этой игры, чем перед игрой. И самое важное, что хочу смотреть завтра на поле одну уверенную команду, у которой будет дисциплина по поводу тактики 100%. Так бывает Лига чемпионов на этом уровне. Против таких команд, как Атлетико, надо удержать дисциплину каждую секундочку игры. И если будет так, я уверен в свою команду, мы будем попробовать все, чтобы забрали хороший результат. Сейчас Марко послал меня в атакующей линии. Я уже потихонечку привыкаю, даже больше нравится, чем в защите. Но опять же, повторюсь, если он поставит в любую другую зону, сыграю и буду рад помочь команде. Атлетико очень качественная и опытная команда, которая последних много лет всегда играет на очень высоком уровне. Но и у нас есть наш шанс, и правда футбола всегда на поле. А мы будем там спрашивать нашу правду завтра только на поле. Здесь уже играли неоднократно, правда, очков не набирали. Ну и задача, конечно же, номер один завтра набрать уже очки в конце концов, потому что дома мы сыграли неплохо, хоть, может быть, и с Баварией лучше, да, но сейчас для нас самым лучшим вариантом это увести отсюда очки, что мы завтра и постараемся сделать. Я не могу сказать перед игрой, что ничья хороший результат для нас. Если так думаешь, будешь проигрывать 100%. Хочу думать, хочу верить в победе. Если завтра будем играть 20, 30, 50% лучше, а у нас есть возможность, чтобы играли лучше, чем первую игру, так можно быть и, надеюсь, и хорошим результатом. Влад, как ты думаешь, кто лучше знает соперника, Атлетико-Локомотив или Локомотив-Атлетико? Кто кого лучше изучил? Ну, завтра мы это узнаем. Уверен, что это мы.